Добрый день. Добрый. Приветствую. Так, заводите. Так, это первый скорость? Не-не-не. Здесь у вас поворотник включил. А как скорости? Скорость, смотрите, я сейчас просто объясню. Значит, чтобы поехать вперед, ручку вперед, и он поехал. Просто, ну, как газулька на мотоцикле. Вот здесь у вас ограничитель скорости, вот он. То есть вы выбираете скорость, три режима скорости, и забираете ключ, чтобы ребенок мог, не смог сам переключить скорость. Вот. Значит, что у вас тут? Сигналка, фары и поворотники налево-направо. Вот. Выключаем, когда у вас здесь родительский контроль. Значит, чтобы завести, это он говорит, ключи забери. Чтобы поехать, ну, завести его и без ключей, два раза на молнию нажимаете, он завелся. Вот. Видите, куда-то ребенок не туда, на открытый замок, и он выключился. Отлично. Вот, это где-то там метров 30-40-50. Ну, понятно, то, что надо. Вот. Ну и тут полноценная сигнализация, как бы поставили на сигнализацию, если кто-то тронет, то он будет орать. Ну, также выключить его. Значит, смотрите, это у вас переключение скорости вперед-назад. Вот, это нейтралка. Значит, ребенку объясните, что, ну, переключаем вперед-назад только при полной остановке. Ребенок пока не будет переключать еще. Ну, тогда замечательно. Включили ему вперед, вперед едет, поворачивает, рулит. Вот, ну, скорость выставите сами и ключ заберете. Ведь у вас здесь, значит, зарядное устройство. Зарядное устройство подключается вон с той стороны. Гнездо, видите? Так вот это, да? Не-не-не-не, вот рядышком. А, вот это? Да. Вот. Втыкается в розетку. Сколько примерно? Здесь у вас... Все зависит, ну, от того, ну, часов 8, не больше. Ну, на ночь, не больше. Ну, можете ну, поставить на ночь, но, в принципе, здесь вот индикатор у вас будет. Ну, я понял, я имею в виду то, что если больше, он будет стоять, не страшно. Не страшно. Автоматика выключится сама. Спасибо за покупку. Спасибо. Всего доброго. Вам спасибо.